Баклажан. Катишок? Артишок. Артишок. Это же огурец какой-то, да? Я не знаю, это какая-то цветок. Это цветок. Кукуруза. Тыкву посажу. Бомбочки продавать, да? Мелкие. Я нет, вот нет, не помню. Я же тебе сказала, не продавай. Пока. Что ты сказала, пойдем, блин, этих бить. Монстров. Ты не понял. Привыкнуть к тому, что куда скидывать. Будь добр. Ой, эту шляпку можно собирать. Какую? Пшеницу уже можно? Да. Офигеть, а что так быстро? Ну, быстро растет. Уже дешманская. Блин, а почему? Как семена, ну, в плане получать? То есть, только покупать, что ли? Что за чушь? Ну, не чушь, но... Ну, а смысл тогда? На разнице, ну, типа, денег копить очень тяжело будет. То есть, я покупаю там семена за одно семечко, за там 60 или там 50, продаю за 60. А это, блядь, надо вырастить, подождать. Ну, то есть, чепуха какая-то непонятная. Ладно бы там при сборе семена еще были бы. Я пошел в подземелье. Нам осталось... Я тоже. 41 штука. О. Ну, либо тогда ты иди в подземелье. Да блин, надо вместе. Потому что я не успею, блин, набить столько. А на сколько дней осталось? Ну там 4 дня. Ой. Я просто тогда рыбу половлю. Как раз... А что ты фундук положил в мусор? А, у меня места не было, я даже растариться не мог ничего, это еще было так до сундуков. У меня еще энергия ни хера не останавливается. Я вот думаю, крабовые ловушки, может, в одном месте их сложить, а то что-то бегать так напрягает. Ну, сложи в озере в одном месте. Если а здесь можно. Еще, может быть, я проверяю тот момент, что в разных местах по-разному... Ловится? Угу, разные вещи ловятся. Ну, логично. Ну, значит, бегай в разные места. Еще раз попробую. Хочу рыбу, знаешь, где половить? Возле волшебницы. Ой, это цыганки. Какая цыганка? Это вниз, в нижней локации, вниз там пруд есть. А кто такая цыганка здесь? Я не знаю цыганку. Это на пути к волшебнику торговка непонятно чем. Ни разу не видела. Где? Покажи на карте. На карте это... Че? На карте это вот здесь. Я сколько там хожу, ни разу никого не видела. Блин, прикинь, попала, блин, в слаймовую эту зону. Ну их хотя бы быстро бить. Здесь какой-то такой... Хотя здесь... Я помню, где-то повозка была, может, она приезжает периодически. Ну, так и жить много надо. Ну, брать. Каждый день растет.
Ты же шляпы нашла, да, где делаются? Делаются? Нет. Я нашел. Где? А, ну, я же тебе показывал, он продает одну шляпу ёбищную. Ну, можешь зайти к нему и посмотреть, там за 1000 денег одна какая-то дерьмо-шляпа. Уродская. Ого, лосось длиной 160 сантиметров. Блин, с меня. Ну, лососи такие. Ой, прикольно, краб, прикинь. Тоже выпал, да? Да. Вот мне тоже так же. Не знаю, по какому принципу. Рандому. Принцип рандому. Может, какой-нибудь 1% шанс, что выпадет. Восемь сантиметров форель. Ой, лосось. Он даже выше, чем я. Голова. А нет, лосось. Для фиолетовой рыбы однозначно нужно, чтобы ее выловить безупречно. Ну, логично. По-моему, нужно еще, чтобы была максимальная длина, ну, сила закида. Крабик. Росток риса из этой выпал, да, прикинь. Выпадает иногда. Из, как ее зовут? Жука. Ну, этого, личинуса. О, 20 часов, а я в спирали. Ну, а что делать? Походу минус деньги. Как из спирали выйти? В обратную сторону идти. В спирали нет
Нет, шортката нету. Нет, я имею в виду выхода на другое. Есть, просто его искать нужно обычно. Если ты из подземелья выходишь до 0-0, то ты 100% успеваешь. Ну, в принципе, даже если в 0-0, там... час. От подземелья до дома ровно час идти, если прям быстро... Мне кажется, вот эта полоска зеленая, она еще с уровнем растет. Ну, с навыком. Какая зеленая? При рыбачестве, когда рыбалкой занимаешься, вот эта полоска зеленая, в которой рыбку нужно удерживать, она увеличивается, по-моему, еще с ростом уровня непосредственно своего. Куда краба засунуть? В рыбу. Кроссовок нашла. Надо будет его это. А рис растет. Интересно, когда? Ну, там весной. Ну-ка. Да, весной высаживается. Там даже фиолетовый рыбок продам. Все, 1.30. Угу. Ковбой. А, 50 000. Почем рыбка? Самый дорогой лосось. Тигровая форель. 281 за одного, да? Угу. На 25% дороже. На четверть, на треть точнее. Ну что ты золотых продаешь? Зачем? Если, например, я могу сделать хавку из золотых рыб и будет, ну... А у меня простая не ловится, дорого. Понимаешь? Я тогда ничего не продавал. Я поняла, у тебя только крутые ловятся. Че, модный что ли? Нет, скилловый. Скилловый. Ладно, уговорил. Так и быть. Пока поливается, можно я... Блин, у меня растут только уёбищные кабачки всякие. Ноль звёзд, одна звезда. Ну, в смысле, блин. Ты понял. Да. Короче, ноль звезд, одна звезда и пять звезд. Я просто не могу говорить золотая звезда, слишком сложно. Земляной кристалл волшебнику 150 за доставку. Принять задание. Сходишь, набьешь жуков. Или к волшебнику отдай кристалл. Блин, 85. Осталось 15 жуков.
Я пойду за жуками, короче. Давай, задание ты имеешь в виду? Да. Взять? А. Сейчас пойду возьму. Ладно. Там висит на доске, да. Угу. И волшебнику земляные кристаллы отдать. Я куплю пшеницу еще. Сажу ее. Ай. Они еще закрыты. Вот это мы черники набрали. Я только за вчера набрал, за прошлый день. 80 штук, по-моему. Семена кукурузы. Семена пшеницы. Это 32. Блин, кукуруза у меня. Отнес? Сейчас отнесу, я только задание взял. Земляной кристалл, это такой рундук. Конечно, вроде бы. Я, наверное, ловушки перетащу крабовые к нам. А там ничего интересного не ловится, да? Ну, пока, да, разницы особой не видел. Может быть, конечно... А что ты купил? Я думал на обратном пути в ловушке запихну эти... наживку. Вот. Я просто с собой забыл взять. Она купить ее не стоит. Я потом попробую. Вот, но потом вспомнил, что хотел ловушки забрать. Только уже после того, как купил. Потом хочу ловушку в эти поставить в подземелье, посмотреть. В подземной воде. Угу. Она не пропадет. Одну поставь. Блин, опять слаймовая арена. Вот слайм со звездочкой. Что за тебя дадут? Деревянную дубину. Ладно, продам. Так, земляной кристалл надо решать нести. Вот, смотри, вот про эту тележку я говорил, смотри. Не запомнилась уже. Ну, не в первый раз, тоже у меня... Что продается? Ничего, я не могу. А, вот. Аккумулятор, тюльпан, яйцо, кстати, продают за 500. И пещерная красивая морковь, древесина за 700. Какая? Красная? Просто, нет, просто древесина за 700. А что, они не охерели с такими ценами? Пусть нахер идет тварь. Омар, 5 штук. Блин, вот омар надо купить, потому что омар может мне не попасться, а он нужен. Давай не будем покупать пока, ладно? Давай он пока... 360 всего лишь стоит. Нет. 5 штук. Нет. Я куплю для клуба. Все, за 360 всего лишь. А, он один. Ну ладно. Один, я только один купил. Все, больше ничего не буду покупать.
Все отдал. Теперь порыбачу с этого причала. О, желтый судак. 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 Нам если улучшить кирки, то мы сможем пройти в шахте на нулевом уровне вправо. Да, я знаю. Я думала, что лучше улучшить кирку или топор. Топор нужен для деревьев. О, все, стой, стан. Теперь нужно их сложить к нему в ящик. Угу. Кому? Кто это вообще попросил? Я даже не помню. Сейчас я посмотреть не могу. Попросил... Льюис, наверное. Я не знаю. А, это Вилли. А, вот, Вилли это рыбак. Вот у него баг со знаком вопроса, помнишь? Да. Сложи к нему. Да, я потом завтра сбегаю. Стой этих жвачек. Забираю себе львину, забираю кроссовку. Надо эти рогатки продать. Да, я не буду ими пользоваться. И, наверное, урон был один. Mm-hmm.
Поверху идти быстрее намного до этой. До дома? Угу. Прям два экрана. Я тоже, кстати, об этом думал, постоянно забываю проверить. Я тоже. Я, ну, назад я еще иду, а вот, ну, то есть, нет, да, обратно я еще иду, ну, нормально, а как бы вперед постоянно забываю. Ночный карп выловился в это время. Иногда нужно прям с самого утра идти. Ну да, то что сказали. До обеда. Блин, для чего эти грибы? Ты отнес челику? Да. Что дал? 160 денег. Назад иди. Сейчас еще одну руку. Я просто рядом, прям в одном экране. Все, иду. Не поняла. Я посплю в своем доме. Чего? Чего? Наверное, не успею добежать просто. Я что-то не поняла, почему почва попала. Ну, наконец-то. Боец. Выберите 60. Профессию. 60. Этот слиток меди 60. А за обычный, ну, то есть просто за 5 кусков меди сколько? 25. Надо еще посмотреть, сколько уголь. Сейчас уголь еще продам. Боец. Все ваши атаки наносят на 10% больше урона. Или разведчик. Шанс критической атаки увеличен на 50%. Конечно, разведчик. Я бойца взял. А почему? Шанс крита увеличен. Я подумал, допустим, был шанс там 2%, плюс на 50% это на плюс 1%. Я больше за стабильность, я как бы... Стабильный доход. Стабильный, да. Сам угорал, блин. Не, я имею в виду... Доход это доход, а когда ты, блин, дамаг наносишь, это другое. Конечно. Вы не понимаете, это другое. У меня просто такой стиль игры. Все. Ладно, ладно, как бы не это. Так, желтый судак. Вот так. Полностью, полностью. Пойду половлю еще, попробую рано утром поймать.
Ты положил 100 штук ему? А, блин, ладно. Сейчас пойду положу. Так, розовую слизь в первый зеленый ящик клади. Она... Хотя, нет, клади вот где давай у тебя сюда и было. Иду, куда-нибудь. Да, вот здесь, вот в этом угловом. Я тотемом воспользуюсь на пляж. Зачем? Ну, я хочу утром там. Ладно, хорошо. Все мы сделали. Нужны сочные жуки. И сколько он? 3000? На двоих. Ого. Ну, точнее, ладно. Каждому. Не зря пердели там в этой штуке. Ладно. Я говорил, то есть мы 6000 вырубили. Да? Угу. У нас же... Чё? Этот фестиваль скоро. Я забыла, когда он будет снизу. Это в почте даже было, по-моему. Фестиваль будет раз-два. Через 2 дня. Я сейчас приду. Блин, где брать деревяшки вот эти крутые? Улучши топор, ты можешь топор улучшить. И что? Ну, улучшу я топор, ну, побью вот эти вот, то, что у нас валяется там, ну, выручу я 5 деревяшек. А дальше что? Нам 100 надо, блин, на каждую постройку. Пойду посмотрю, может. Вот и чё. У Робин? На лесопилке? Угу. Да просто я не понимаю, где брать-то их. Можно, конечно, забить и... Нет, у меня нет. У меня такой телевизор и всякое говно продается. Камин, кровать. Вот, сильно бояшек. Верстак позволяет пользоваться материалами из расположенных рядом сундуков. Это удобно. 2000 стоит. Покупаю? Да смотри сама, я сейчас ни на что не копну. Прям. Телефон. Можно проверять время работы и ассортимент магазина. Он что, еще меняется? Да. Стало книги, да. 200 тысяч! 200, Карл! 200! Сезонное растение меняется с каждым временем года. И поливать не нужно. Куплю, оно 400 стоит. Обычное бревно. Украшение для вашей фермы. Кусок бревна. Камин. Личный камин. И все. Больше. Ну там еще куча всякого мусора. А где брать крутые... Короче.
Google. Я, конечно, извиняюсь, но Google. Просто можешь, конечно, сажать какие-нибудь деревья. Да, это да. Ну, я могу, конечно, улучшить топор и посмотреть, буду ли я с обычного дерева долбить крутые деревяшки. Улучшай. Ну, что ты мне поставишь, что? Где же их брать? Как это надо было? 5 слитков? Стали. Стали. 5? Да. А я уже не успею, он до 16 работает. Да. Поэтому только завтра. Ну ладно, как бы... Не беда. Зато растения осталось. Ну, она такая уродливая. То есть это домашнее растение? Да, это домашнее растение, и оно уродливое. И с него можно еще собирать что-то? С херами. Нет, просто для красоты стоит. Оно, типа, меняется с каждым годом. Ну, цвет меняется, но... Оно просто само по себе некрасивое. Есть какие-нибудь мучные печи? Улучшенные. Твердая древесина. Особый тип древесины, отличающийся прочностью и красотой. Что же, блин, тебя брать-то? А чё, иди улучшай-то, блин, у нас 0 железа. Что я должна улучшить, на что? Я понял тебя. Я просто думал, что там есть что-то. 0. Иди улучшай. Бегу. Ого. Да какая-то рыба. Опять психованная. Психованная рыба. А это чудо-огурец, блин, синий.
Иди домой. Да, иду сейчас. Попробую после нуля поймать что-нибудь. Не поймал. Ну, черви. Ничего себе. Ржавую шпору выкопала. Артефакт. Ладно. Час. Да, уже я на нашем экране. Лабфермерство. Животновод. Вы продаете продукты животноводства на 20% дороже. Или культиватор. Вы продаете урожай на 10% дороже. Короче, животноводские продукты на 20% дороже. Mm-hmm. Или урожай на 10% дороже. Я просто не знаю. Я тоже не знаю. Здесь на самом деле... Без разницы. Да, выбери, что нравится. Что будешь продавать действительно. Не знаю, животноводские продукты больше на еду уходят. Так, тут будет культиватор. А у меня 9 уровень ловли. Нифига себе. Ну это рыбка, это за 2 дня. Я один раз не продал. Ну-ка, сейчас подожди, я посмотрю. 9 уровень, типа предпоследний, что ли? Ага. Уголек стоит 15. То есть получается 40 стоит отдельно ресурсы слитка. 60 слиток? Да. А просто ресурс отдельно 40. То есть... Ну... Смысл имеет? Да, но это надо стоять, дрочить, накладывать. Не, ну зачем прям стоять? Просто мимо, когда вот как я с мусором. Ну это надо, чтобы всегда у тебя в кармане это было, блин. Не, рядом поставь просто все. И прям даже туда же и складывай, не обязательно прям раскладывать их постоянно. Ну блин, складывай. Может у меня не будет угля или еще что-то.
Я могу этим заниматься, если хочешь. Блин, где-то надо брать железо. Не знаю, где. У нас нет, да, ни железа, ничего. Я пойду сейчас. Да, я тоже. Иду поверх. Железо с 60-го начинается. Да, и так. Да. Надо тебе было не крестнуть, брать, типа, дополнительный этот. Руда? Да. А не рядом стоящая шняга. Да нет, почему? О, привидение. Блин, колотить его так долго. Будет минут за 40 добегаешь поверху. Ты до какого, на каком уровне? 63. Да, на 80-м там тоже много. Давай выходи на 80-й, пойдем. Ну, я здесь не видела. Здесь ничего не... Ого, здесь как новое. Что это такое? Просто какой-то лавовый камень. Здесь золото. Здесь нет железа. Да, оно будет. Здесь все будет. Нет. Да. Вниз. Вот как грибов здесь растет. Я думаю, имеет смысл, ну, в принципе, полностью все. О, это кто такой? Что с него выпало? Эссенция пустоты. Эссенция. Можно. Вниз. Ага, мы тоже. Ой, красные слаймы. Да, их уже не убить так просто. Это сундук. Что там будет? Ух ты. Огненный кварц. Стоит, блин, ждет. Ой, летучая мышь другая. Ну, они с каждым уровнем все. О, смотри, смотри, в маске ходят. Ага. Живут здесь крики всякие. О, он что-то сделал. Уже колдовал. Сейчас
Сейчас будет, наверное, летучие мыши прилетать. Да. Но они тут уже больно бьют. У меня уже пол хп. Да, прям уж тем больнее. Слаймовая арена. Иду к тебе. С красными слаймами. Жесть, не убить. Ух ты, чё это? Алмаз и белая водоросль. Я просто нет карманов. Так, у меня хп почти нет. Я, наверное, буду... где-нибудь похилься. В смысле, где-нибудь похилься? Ну, а я имею в виду, у тебя еды нет с собой? Нет. А, сейчас тебе дам. Все. Ну, если... Я сейчас сдохну. Так, на. Кидай. Кинул под меня. Бери. Можешь просто кинуть под меня? Хорошо, кину под тебя. Все, спасибо. Можешь укрепляться, если у тебя есть место. Что же, наемся. Блять, как здесь трудно есть. Успеем. Выкопать следующий. Что такое? Надо было бомбы взять. О, рубины пошли. Магма живода. Козлина, блин, наколдовал. С глаз минус 8 защита. О, железный слиток с него упал. Ааа! Меня сейчас убьют, блядь! Да все, сейчас, подожди. Серьёзно, пожалуйста, нахуй. Давай, я еще уровень. Ну, вот как раз следующий уровень. У меня просто минус 8 защиту сделали. С кого упала? Из чувака с маской. Ну, видишь, железа нет, там другие уже материалы. Да, я понял. У каждой локации свои материалы, как бы, что я и сказала вначале. Зачем спорить было, я не очень поняла. Я хочу просто еще ниже спуститься, потому что если вдруг
Ну это вот это сейчас, скорее всего, уже последняя локация, потому что ну золото началось. Наверное, стол это последнее. Можешь вернуться? Нет. Быстренько, сундук 80-й, 90-й. Успеешь полчаса туда-обратно. Бегу. Угу. Там где он резиновый? Девяностый. Надеюсь, у меня получится туда спуститься. Да. Угу. Место у тебя же есть? Нету. Да. Сейчас я выброшу что-то. У меня в деревесный сок я могу. А, это, точнее, в балок я могу выкинуть. Спасибо. А, ну да, все нормально. Все. Открывай. О, какой-то меч. Ого. А, минус один скорость, но... Минус 30-45 плюс 10 сила крит удара. Ух ты. Ну, допустим, давай. 20-30, 30-45. Неплохо. Все, надо бежать домой. Ну, в два раза медленнее бьет, но... Да. Ну и ладно. Я не знаю, что лучше, в два раза медленнее на 30-45 или все-таки больше ударов? А это бы... я посмотрю. Вообще, можно быть тех, кто отлетает с 2-3 ударов, ну, убить с одного, чем ждать, когда они обратно вернутся. Ну, типа, как привидение. Или я, выше. Наверное, обсидиановым клинком буду бить. Ну-ка, у нас возле дома есть кто-нибудь проверить? Давайте, вылезайте. Ноль сорок. Угу. А, ну что? Ну, мыши, да, с одного удара разрубаются. Все, 0.20, 1.20. Свечка ректальная.